А вы как защищаете свои матрасы, свою мебель? Вы когда-нибудь пользовались наматрасником? А ведь это самая нужная вещь для постели. В спальне без наматрасника не спальня. Итак, дорогие мои, посмотрите, за секунду мы надели наматрасник. Юля, сразу хочу тебя спросить, вот зачем нам нужен наматрасник? Ну, во-первых, чтобы защитить матрас от пыли, влаги, от загрязнений, потому что все-таки матрас стоит дорого, а вот я, например, вообще сплю на диване, Олечка, и мне мебель уж, ой, как хотелось бы сохранить целости и сохранности. Это правильно, вот ты сказала про то, что матрас, наматрасник защищает матрас от грязи. Вспомните, дорогие мои, если вы спите на диване, вот эти стыки, потом просыпаемся от боли в спине, потому что мы ничего не накидываем на наш диван, правильно? Или другой вариант, когда матрас с пружинами, тоже просыпаемся, как будто на иголках спали. Совершенно верно, Оля, я тоже испытываю такую проблему, сплю на диван с Софией, и у меня тоже есть вот этот стык неприятный. Угу. Так вот, если у вас такая же проблема, наматрасник ее легко решает. Почему? Потому что он с наполнителем внутри, он достаточно плотный, и не надо вам будет подстилать потом одеяло, какие-то, может быть, пледы подстилать для того, чтобы убрать эти стыки неприятные и убрать дискомфорт от пружинного матраса. И эту проблему комфорта наматрасник решает. Вы не знали, что он решает такую проблему? Вы вообще не думали, может быть, что он нужен? А мы вам советуем, без наматрасника, ну, кровать не кровать. Итак, дорогие телезрители, это наматрасник, с которым вы теперь будете просыпаться без боли в спине, если вы спите на диване, если у вас там стыки, которые мешают вам выспаться. Высыпайтесь, любимые телезрители, или у вас плохой матрас с пружинами, которые бьют вам прямо в спину во время сна. Издеваются, небось. Дорогие мои, вот оно, ваше спасение. Кстати, у нас есть 4 цвета на выбор. Давайте посмотрим, какие цвета у нас есть. Это зеленый цвет, начнем с зеленого. Далее у нас следует песочная вариация. Следующий цвет невестный, голубой. И также мы уже с вами просмотрели розовый цвет. Давайте спросим у нашего эксперта. Юль, какой тебе нравится цвет больше всего? Ты знаешь, мне нравится голубой. Я люблю такие небесные цвета, они добавляют свежести. И мне кажется, что кровать будет особенно чистой. Ну тогда давай мы голубой цвет и застелим. Если давай тебе нравится попробуем больше его. Хотя мне больше нравится розовый, честно скажу. Какой вам цвет нравится больше всего? Звоните, заказывайте. Пока мы на ваших глазах будем представлять вашу квартиру и застилать для вас ваш новый наматрасник. Так, ну что ж, одевается он очень легко, фиксируется на резиночках, которые расположены по углам, резинка широкая, и наматрасник очень легко крепится на матрас любой высоты. У нас-то большой, у нас 30 сантиметров, но он идеально садится на матрас любой высоты, может быть, у вас 10 сантиметров, а может, вы вообще спите не в кровати, а на диване, как я. Пожалуйста, на диван он тоже легко крепится. Фиксируется надежно, кровать становится ровненькой и безупречно заправленной, а главное удобство, правда, ни стыков, ни швов. Внутри здесь овчина. Почему она здесь? Для чего она нам здесь нужна? Ты знаешь, ну, наполнители из овечьей шерсти неспроста находятся в нашем наматраснике. Овечья шерсть создает особый микроклимат в постели. Постель легкая, теплая и с сухим теплом. Очень важно сейчас в сезон подумать о том, как хорошо прогреваться. Но очень здорово то, что наматрасник, он дарит именно легкое сухое тепло. Постель не жаркая, комфортный, удобный микроклимат. Плюс прекрасно дышит. Замечательной воздухопроницаемость обладает именно овечья шерсть и является еще и профилактикой очень многих заболеваний. Да-да, даже народная медицина советует, спите на овечьей шерсти, будете расслабляться мышцы, будете усталость свою очень легко снимать, просто как рукой снимать. Итак, для любителей овечьей шерсти, если вы знаете, как она благоприятно воздействует на наше здоровье, будем спать в тепле, в комфорте. И в Новый год мы будем обязательно с вами счастливыми. Не зря сказала Новый год. Знаете почему? Потому что он не за горами, и мы можем уже сейчас сделать для себя подарок. Скажи, пожалуйста, вот моя мама вот спит, знаешь, вот специально есть электроматрас. Так. Почему? Потому что она ревматик, и вот ей приходится... И что, всю ночь так спит? Прогревать. Нет, что, всю ночь она так не спит. Во-первых, опасно, а во-вторых, там синтетика, как бы, ну, не очень приятно. Ты знаешь, ты предложи маме на матрасник, Олечка, потому что у нас и внутри натуральный, экологически чистый наполнитель из овечьей шерсти, который ее хорошо погреет. И ревматизм она свой полечит с удовольствием, я ей советую. А сверху чехол натуральный, так что ни на какой синтетике мама твоя больше спать не будет.
подходит. Если вы хотите себе комфортную, теплую, мягкую и уютную постель, выбирайте на матрасник «Рамбулье» из натуральных материалов. Чехол полностью натуральный, хлопковый, вязевый, прочный и стеганый. Внутри овечья шерсть, которая создает особый микроклимат в постели. И наполнитель здесь неспроста. Он сравнивает поверхность. У вас постель всегда уютная, без бугорков, без стыков и надежно защищен. Ваш матрас от загрязнений. Итак, дорогие наши, делайте свой выбор прямо сейчас. На матрасник «Рамбулье» ждет вас. Он хочет вам помочь, он хочет вас согреть. Избавить вас от ваших мучений. Больше не будем просыпаться с болью в спине. Это все в прошлом. Все болячки забудем про них. Потому что здесь есть овчина. Дорогие наши, такой на матрасник в магазине стоит 2500, не меньше. Еще раз, Юля, расскажи, как благотворно влияет овечья шерсть на матрасник из овечьей шерсти – это ваш правильный выбор на сегодня. Овечья шерсть дарит невероятное тепло. Положительно влияет на самочувствие, благотворное влияние оказывает на здоровье человека. Согревайтесь, пусть ваша постель будет мягкой и уютной. Изделие не мнется, долго сохраняет внешний вид, потому что полностью простегано. Нужен на матрасник. Почему? Давай разберемся, почему наши телезрители предпочитают именно такой на матрасник. Ну, во-первых, с помощью него можно хорошо защитить матрас. Это, конечно, его главная функция, потому что матрас стоит дорого, как правило, а многие спят не в постели, а именно не в спальне, а, например, на диванах, так как делаю я, да, и тогда защитить мебель, ну, вообще уже сам Бог велел, да, чтобы она подольше прослужила. Внутри овечьей шерсти она не пропускает грязь и пыль, в завиточках волокон овечьей шерсти она задерживается. Вот здесь вот овечья и шерсть. И ваш матрас всегда надежно защищен. Но есть еще один момент, Оль, вот, кстати, к разговору о том, кто где спит. Вот я сплю на диване, и я собираю его из двух половинок, у меня есть стык. Так. Который всегда, ну, ты знаешь, комфорта не добавляет, уж я прямо скажу. А здесь очень здорово, что у нас на матрасник, он с наполнителем, он мягенький. Он простеган, и он все-таки не тонкий, и защитит вот от этих стыков. Если у вас такая же проблема, как у меня, тогда на матрасник «Рамбулье» уж точно для вас. Итак, если вы хотите спать и не чувствовать перепадов на вашем диване, или не чувствовать вот такие пружинки от матраса, тогда этот на матрасник для вас. Смотрите, 4 цвета на выбор. Зеленый. Вот такой симпатичный классический вариант. Следующий цвет вы сейчас наблюдаете. Песочный, посмотрите. Дальше розовый цвет. Кстати, Юль, розовый и голубой. Я сразу посмотрела, сразу представила детей, внуков, мальчику, девочку. Если у нас детские размеры, вообще какие размеры у нас есть? У нас 4 цвета и 4 размера на выбор. Полутораспальные, двухспальные, евроразмер и евромакс размер. Итак, выбирайте размер, а мой вам совет, заказывайте для всей вашей семьи. Так, у меня созрел вопрос, давайте к Юле обратимся. Юль, скажи, пожалуйста, для чего нам овечья шерсть на матраснике? Знаешь, она создает очень хороший микроклимат в постели. Создает, во-первых, такое легкое тепло. Во-вторых, защищает нас от бактерий, потому что в овечьей шерсти ланолин. И все-таки на матрасник это вещь активно используемая, да, особенно в детской, когда какие-то проблемы. Обязательно нужна защита от бактерий, то есть это вещь гипоаллергенная, защита не только матраса, но и вашего здоровья от неприятных полевых клещей, от плесени и грибка. Ну и, конечно же, на матрасник из овечьей шерсти, то, что он стеганый, его можно стирать в машинке. Это ваше здоровье, это ваш комфорт, это тепло, которое подарит вам на матрасник. Юль, вот ты сейчас показываешь, как он надевается. У меня сразу вопрос, скажи, пожалуйста, а диван? Как же про диван? И на диван, и на кровать. Причем на диван и на кровать любой высоты. Вот смотрите, у нас матрас очень высокий, да, 30 сантиметров здесь почти. Неважно, может быть, у вас не такой, может быть, пониже, 20 или 10 сантиметров. С помощью этой резинки на матрасник надежно фиксируется на матрасе абсолютно любой высоты. И на диване, если вы спите так же, как я на диване, да, я убираю подушки, и у меня площадь получается. Я прекрасно надеваю на матрасник мягкая постель, потому что он стеганый с наполнителем, никакие стыки вам не страшны. И вам не придется потом подстилать никакие одеялки, чтобы сделать вашу постель помягче. На матрасник справляется и с этой проблемой тоже. Можно выбрать цвет зеленый, песочный цвет. Дальше у нас есть розовый цвет и голубой, небесный цвет. Какой цвет вам нравится больше всего? Но в любом случае, самое главное преимущество внутри.
Это овечья шерсть, которая будет нас согревать, которая будет заботиться о нас. Овечья шерсть благотворно влияет на организм человека, согревающее сухое тепло, благотворно влияет на косточки, на суставчики, ревматические боли немножко успокаивает, мышечные боли расслабляются. Овечью шерсть рекомендуют и народные медицины, и наши покупатели. Звоните и успейте заказать свой наматрасник, который будет вас согревать. Особенно сейчас это очень актуально.